Раф, а как человек знает, что он сделал монетку? Что это за монета? Монета — это самая малая мера в направлении, которую я имею в виду, которую я чувствую, что я зарабатываю. Есть у нас какая-то проверка, какие-то действия, чтобы я мог сказать, да, вот сейчас уже я сделал монету эту? Нет, мы, как правило, чувствуем с утра, что мы в чем-то опустошились относительно вчерашнего дня, и поэтому должны начинать новый день. И нам не кажется, что мы продолжаем так уж, но если человек продолжает в новый день, то он почувствует, что он копает в глубину, что то, что было вчера, возвращается к нему, но в более глубоком виде, более основательном, более необходимым. И так продвигаемся. Есть такое ощущение, что каждая монета, она ее немножко тяжелее достичь, чем предыдущую. То есть каждое действие, оно такое более... Оно требует больше усилия, больше точность, больше направленность. Это, конечно, но это требует от тебя быть более тесным к товарищам. У тебя нет дополнительных сил внутри, которые ты мог бы вытащить из сердца или из разума, а только насколько ты больше объединяешься с товарищами относительно вчерашнего дня, так ты достигаешь сегодня. Этим ты расширяешь свое клей.